Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу снова рассказать о погоде на пляже Fig-Tree Bay, потому что мы сюда приходим с нашего пляжа Пернера. Это изумительное место. Посмотрите, какая лазурная вода. Это настоящие Мальдивы. Особенно, когда светит солнышко. Если вдруг заходит облачко, то уже вид немножечко не тот. Но когда солнце, это изумительная лазурная вода, которая просто переливается на солнце. И вода теплая-теплая, ведь сейчас у нас только начало июня. Сейчас плюс 32 градуса температура воздуха, плюс 26 градусов температура воды. Ветерок сегодня такой небольшой дует, но он даже освежающий, он очень приятный. На небе есть небольшая облачность, но она нисколько не портит погоду, а мне кажется, даже немножечко улучшает ее, потому что если нет облаков, это вообще немыслимое пекло, и находиться здесь очень тяжело. Чтобы здесь очень много людей на пляже, зонтики и шезлонги можно брать, и за них нужно платить 2-2,5 евро. Но можно и без них. Некоторые люди приносят свои зонтики, потому что это реально выходит более бюджетный вариант. Здесь очень много и наших русских, и иностранцев, потому что это очень популярное место. Этот пляж считается самый известный пляж города Протараса, и даже многие приезжают из Айанапа специально ради этого пляжа. Но вообще здесь очень много красивейших пляжей. И вот обратите внимание, сейчас у нас солнышко зашло за тучку. Чуть-чуть просвечивает. И уже цвет воды немного поменялся. То есть она не такая лазурная. Но когда светит солнце, это просто великолепно. И вот снова у нас выглядывает солнышко. Снова становится лазурная водичка. Визитная карточка этого пляжа – это вот этот островок, куда можно и доплыть, и даже дойти по мелякам. А также три фиговых дерева, которые растут около этого пляжа. На этих фиговых деревьях созревает инжир. Но сейчас, в июне, он еще не созрел. Там можно заметить зеленые ягоды. Они созревают все-таки ближе к июлю. Это очень вкусный фрукт. Кто не пробовал, попробуйте, потому что я вообще обожаю инжир. Но мы его едим, потому что он растет у нас в Краснодарском крае, в районе Новороссийска, Сочи, Анапы. А у нас в Ейске, к сожалению, не растет. Это очень-очень вкусный, очень сладкий и очень нежный фрукт. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте свои вопросы. Я желаю вам всем отдохнуть на Кипре, так как мы, потому что это реально сделать по горящей путевке весьма и весьма недорого. До свидания, удачи всем!